Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем очень простую в выполнении шапочку, но в итоге красивую на вид. Использовала я всего два узора. Это резиночка 2 на 2. И при переходе на затылочную часть основной узорчик — это пышная резинка. При этом раппорт узора как пышной резинки, так и резинки 2 на 2 составляет 4 петельки. Я вязала на обхват головы 54-56 см. Соответственно, если хотите увеличить в обхвате шапочку, то есть на 56-57 см и сделать ее более свободной, то можете добавить один раппорт узора, то есть к моим петелькам, которые мы будем набирать в начале вязания данной шапочки, 4 петли. Количество петель при переходе с одной резинки на вторую не меняется, вот поэтому вяжется все достаточно быстро, легко и просто. Макушку я заканчивала аккуратно для того, чтобы шапочка не нуждалась в помпоне, то есть макушка у меня достаточно аккуратная, останется где-то 1/3 моточка, вот поэтому вы можете с него сделать помпончик вот такой и прикрепить, тогда шапочка приобретает более уже, как вы видите, другой вид. Также можно помпончик сделать вот такой меховой, уже готовый покупной, тогда шапочка смотрится как, скажем, более магазинная, то есть не ручная работа, а как уже готовое изделие. Конечно, если же дополнить данную шапочку красивым снудом, то получится в итоге очень достаточно гармоничный, красивый и, как на мой взгляд, на любой возраст наборчик. Конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу фирмы Alize Lana Gold 240 метров 100 граммах полушерстяная. У меня это серый цвет. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два номера спиц я буду использовать. Это круговые спицы номер 3,5 для вязания резиночки и номер 4 для основного узорчика. Также нам понадобятся ножнички и сантиметр. Возможно, нам понадобится иголочка либо крючок для того, чтобы прятать краешки ниточек. Итак, набираем 96 петелек плюс одну 97-ю петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Начальные две петли я набираю на одну спицу для того, чтобы не были растянуты крайние петельки. Затем приставляю вторую и набираю еще 95 петель самым удобным для себя способом. После того, как все петельки набраны, достаем свободную спицу, на которой нет начальных вот этих двух петелек. И начинаем замыкать вязание в круг. Для этого оставляем рабочую спицу, на которой вот эти все петельки, в правой руке. И подтягиваем к краю левой спицы в левой руке. Вот так вот две начальные набранные петельки. Затем переснимаем первую набранную петлю с левой спицы на правую к последней петельке. Затем последнюю петельку переодеваем на первую, только что перенесенную. И спускаем между первой набранной и второй петлей вот эту последнюю петельку. Полностью спустили ее с работы. Затем коротенький краешек хвостика наборочной косички тянем на себя, а большую ниточку рабочую от себя. И мы, получается, затянули ниточку между первой и второй петлей. Обратно возвращаем на место ко второй первую петельку. Вот так. Далее, для того, чтобы нам не пришлось потом прятать хвостики, вот мы вот эту ниточку, которая осталась у нас после наборочных петелек, отправляем к рабочей ниточке, и первые несколько петель я провяжу вместе двойной ниточкой. Обратите внимание, чтобы при замыкании в круг у вас наборочная косичка не была перекрученная, для того, чтобы не пошло вязание восьмерочкой. Формируем первый ряд. Первый ряд — это резиночка 2 на 2. Соответственно, чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Провязав первую лицевую петлю, я подтягиваю хвостики свои. И далее продолжаю вязать. Замкнулся у меня круг, и я вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем бросаю коротенький хвостик, хорошо потянув его, и вяжу лишь только рабочей нитью. 2 лицевые, 2 изнаночные. Желательно для того, чтобы видеть, где начало, где конец ряда у вас, вы можете повесить либо маркер, либо булавочку после провязывания вот этого целого ряда, то есть пока не дойдете до начала, вот здесь вот, где начали формировать резиночку 2 на 2. Если вы видите и знаете, где у вас начало ряда, то, соответственно, просто ориентируйтесь на, скажем, вот этот вот, можете хвостик ориентироваться. И там, где у нас начались 2 лицевые петли, соответственно, это начало ряда. Чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряд у нас должен закончиться 2 изнаночными. Значит, вы распределили петельки правильно. Таким образом, мы провяжем первый ряд формирования резиночки.
Далее второй ряд. Над лицевыми вяжем лицевые петельки, над изнаночными вяжем изнаночные петельки. Лицевые, обратите внимание, мы вяжем за ближайшие стеночки, при этом у нас сейчас в начале ряда двойная ниточка. А изнаночные мы вяжем за дальние стеночки, это для того, чтобы у нас не было перекрученная косичка и красивой резиночкой ложились петли и с лицевой, и с изнаночной стороны. Итак, лицевые за ближайшие стеночки над лицевыми, изнаночные за дальние стеночки над изнаночными. И далее продолжаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные. Это у нас сейчас второй ряд. Я хочу резиночку пошире, соответственно, буду вязать ее не менее 7 сантиметров в ширину. Это у меня по плотности вязания где-то порядка 20 рядочков. То есть я сейчас второй заканчиваю ряд вязать. И далее, точно так же формируя резиночку в первом ряду, я продолжаю вязать еще, получается, 18 рядочков, закончив второй ряд. То есть 20 рядочков, где-то 7-7,5 сантиметров у меня будет резиночка 2 на 2. После того, как мы связали резиночку, мы в начале ряда меняем спицы на размер больше и распределяем первый ряд раппортов узорчика основного нашей шапочки. Итак, сейчас мы будем чередовать 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Над первой и второй лицевой мы вяжем 2 лицевые, далее над изнаночной изнаночную. Я вяжу изнаночную, так и продолжаю за дальнюю стеночку. Далее снова 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И вот так вот чередуем 2 лицевые, 1 изнаночная до конца этого ряда. Второй ряд основного узорчика мы вяжем следующим образом. Пропускаем 1 лицевую и со второй провязываем 1 лицевую. Вот так. Привытягиваем хорошо эту петельку, далее первую лицевую, которую мы с вами пропустили, мы провязываем просто лицевой обычной. И у нас получилось перекрещивание в правую сторону петелек, и одна получается вот такая вот вытянутая петля. Далее мы провязываем изнаночную над изнаночной. Снова вторую лицевую мы вводим спицу и провязываем лицевую с вытянутой хорошо петелькой. Первую пропущенную лицевую довязываем просто обычной лицевой. И далее изнаночная. Изнаночная всегда вяжется, чередуя с вот таким вот перекрещенными двумя петельками узорчиком. Далее снова лицевая пропускаем, со второй лицевой провязываем лицевую, вытягиваем ее и довязываем первую пропущенную лицевую, лишь тогда снимаем две петельки со спицы. Одна изнаночная, снова со второй лицевая вытянутая петля, с первой обычная лицевая и изнаночная. Вот так чередуем до конца ряда, делая перекрещивание, чередуя с изнаночными петельками и привытаскиваем вот так вот провязанную из второй лицевой петли вытянутую петельку. Третий ряд узора мы повторим как первый ряд распределения. Просто над лицевыми петлями, над вытянутой петлей лицевой вяжем обычную лицевую. И над следующей лицевой вяжем обычную лицевую. Изнаночную над изнаночной. То есть чередуем снова, как и в первом ряду, 2 лицевые и изнаночная. Провязываем поочередно над лицевыми вытянутой петелькой и обычной лицевой 2 лицевые. И над изнаночной петлей изнаночную петельку. То есть чередуем 2 лицевые, 1 изнаночная. И как вы видите, у нас 1, 3, 5 и 7 и так далее. Каждый нечетный ряд будет вязаться по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночная. Четвертый ряд мы повторим как второй ряд. И все четные ряды последующие мы будем повторять одинаково, как вязали второй ряд. Пропускаем первую лицевую, со второй провязываем лицевую, хорошо вытягиваем петельку и довязываем первую пропущенную лицевую, обычную лицевую. Дальше изнаночная над изнаночной и снова со второй лицевой лицевую с вытянутой петлей, с первой обычную лицевую. Снимаем петельки и провязываем дальше изнаночную, то есть снова ряд с перекрещиванием лицевых петелек делаем, чередуя с изнаночными петлями. И вот так вот эти два ряда, самые обычные, как вы видите, это достаточно легкий узор такой вот красивой пышной резиночки получается. Мы его будем чередовать, пока нам не нужно будет закрыть петельки для макушки. Это может быть шапочка максимально удлиненная по типу шапочки Бинни, может быть максимально по голове. Вот, то есть не слишком отвисшая на затылочной части.
В общем, вяжем дальше, чередуя вот эти два ряда. Ряд с перекрещиваниями, вытянутыми петельками, ряд по рисунку, 2 лицевые, изнаночная. Я чередовала рядочки до тех пор, пока у меня от наборочной косички до конца моего вязания не набралось 21 сантиметр. Для окружности головы в 54-55 сантиметров этой высоты достаточно. Если вы хотите более свисающую макушку затылочной части, то, соответственно, вяжите длиннее. И сейчас я приступаю к убавлению петелечек для закругления макушки. Я закончила вязание на четном ряду. Сейчас мы должны провязывать нечетный ряд по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И вот как раз таки это первый ряд убавления макушечки. Мы будем провязывать вот эти 2 лицевые скрещенные одной лицевой петлей. Далее у нас идет изнаночная. Так и вяжу ее изнаночной. Снова 2 лицевые вместе одной, 1 изнаночная, 2 лицевые вместе 1, 1 изнаночная. Вот так до конца ряда чередуем то лицевая, то изнаночная, но лицевую мы провязываем из двух перекрещенных лицевых. Вот так. Довязали до конца ряд и сократили в каждом рапорте узора по одной лицевой петле. Сейчас у меня, как вы видите, тросик достаточно растягивает мое вязание, поэтому я перейду на спицы меньшего размера, потому что у меня здесь коротенький тросик и будет удобно делать убавление. Вы же остаетесь на этих же спицах, либо можете для удобства перейти на чулочные. Далее, смотрите, у нас идет в начале ряда 1 лицевая петля, далее изнаночная. Нам нужно в этом ряду сократить вот эти изнаночные петельки. Чтобы каждый раз не поворачивать вот эту лицевую петлю, я предлагаю вам просто спустить на левую спицу с правой провязанную изнаночную петлю, последнюю петлю ряда. И тогда у вас получается в начале ряда сейчас стоит изнаночная, а после нее лицевая. Заводим спицу за лицевую петлю и вместе с изнаночной провязываем одной лицевой. И далее так до конца ряда мы провязываем, заводя за вторую петлю лицевую, вместе с изнаночной одной лицевой. Вот таким вот образом. И до конца ряда делаем убавление, полностью убирая все изнаночные петельки в этом ряду. Вот так. Довязали до конца ряд, и для того, чтобы не была слишком стянутая макушка, я вам предлагаю сейчас просто ряд провязать лицевыми петельками. То есть мы исключили полностью все изнаночные петли, поэтому провязать предлагаю вам просто лицевыми, для того, чтобы как бы немножечко привыровнять вот эту макушку, чтобы она не слишком была такой вот прям сильно-сильно стянутой в кулачок. В четвертом ряду мы провязываем каждые 2 петельки попарно вместе одной лицевой. Заводя за вторую петельку, провязываем вместе с первой одной лицевой. Далее заводим за четвертую петлю и вместе с третьей петелькой провязываем одной лицевой. И вот так вот попарно до конца ряда. Снова сократили петельки вдвое, и теперь следующий ряд после ряда убавления провязываем все петельки лицевые поочередно. Просто каждую петлю, то есть как бы снова привыравниваем наши убавления. Далее шестой ряд я предлагаю снова попарно связать все петельки, то есть начиная с первой, второй петли, вот так вот заводя за вторую петельку, провязываем вместе с первой одной лицевой, затем за четвертую вместе с третьей лицевой и так далее. Попарно провязываем каждую петельку этого ряда. Далее отрезаем рабочую ниточку и вставляем в иголочку краешек. И переодеваем все петельки со спицы, так как они шли по часовой стрелке, так мы и переснимаем таким же абсолютно образом. Вот у меня остались буквально 8 петелек, который я переснимаю на иголочку. Далее, смотрите, я протягиваю все вот так вот петельки на рабочую нить. Вот. И затягиваю хорошо. Теперь можно пропустить сквозь образовавшуюся петельку рабочую ниточку. Далее подтягиваем ниточку, образовывая новую петельку. Вот. И снова фиксируем рабочую нить в петельку. У нас получился вот такой вот узелочек, который мы вытягиваем на изнаночную сторону. Вот она, макушка наша стянутая. Хвостик мы вытягиваем с изнаночной стороны и прячем его также на изнаночной стороне.
Вот. Посмотрите, у нас получилась какая аккуратненькая макушечка, пусть даже слегка она стянутая. Вот, но после ВТО она немножечко разровняется и будет более аккуратная. Далее, здесь ниточка у нас уже, как вы помните, она зафиксированная. Можете еще раз ее зафиксировать и спрятать с внутренней стороны, но я просто вот этот хвостик отрежу, так как у меня в нескольких петельках была провязанная вот эта нить. Все, делаем ВТО, высушиваем шапочку и носим с удовольствием. Я надеюсь, что у вас все получилось. Понравилось, можно ее было сделать более удлиненной, но я хотела по голове плюс немножечко свисающей на затылочной части. Если вам понравилось, обязательно лайкайте, не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, будет много чего нового и интересного. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!